Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Вайтманом. По мнению американского врача Роберта Ластига, профессора Калифорнийского университета, счастье и удовольствие на самом деле не идентичны. Вот что такое для вас удовольствие, счастье? Удовольствие, оно это чисто такое животное состояние. А счастье, оно выше животного состояния. То есть счастье, оно вечно, совершенно достигается выходом из себя, подъемом над собой. Оно связано с целью, с вечностью, с достижением. А удовольствие это проходит по моему животному телу. И оно наслаждается, оно имеет удовольствие, что называется. И все. Поэтому надо различать это. А будет состояние такое, когда удовольствие и счастье соединятся вместе? Да, естественно. Если я все свои удовольствия подниму до уровня счастья. И что такое счастье тогда в каббале? Скажите, пожалуйста. Счастье в каббале – это достижение абсолютного выхода из себя, когда все мое удовольствие тоже находится вне меня. Ну, тогда это, можно сказать, настоящее удовольствие, настоящее счастье. То есть, когда я в других как бы нахожусь? Я в других, да. Спасибо.